Тренинги, конференции, презентации, выставки – все это входит в круг так называемых B2B событий. С помощью таких мероприятий зачастую крупные компании прямо или косвенно презентуют свою продукцию в массы. Клиентское сообщество такого рода акций достаточно небольшое, и продавцы практически всегда знают их всех в лицо. Компании делают ошибку, когда экономят на полной реализации идей. Примеров из практики достаточное количество, когда на презентации продукции все спят, а на выставке не замечают даже новинок. Почему? Покупатели всегда привлекают вначале эмоциональный фон происходящего процесса, а если вы сумеете ненавязчиво подать информацию нестандартно путем шоу-эффектов, хотя бы о самом факте существования вашего продукта, количество записей в графе «потенциальные клиенты» у вас увеличится в разы. Примеров успеха множество. Так, один из производителей подшипников смог получить беспрецедентное количество заказов, выйдя при этом впервые на рынок. Компания, среди прочих, помимо своей продукции, установила на выставке уменьшенный специально сконструированный аппарат, который от первой до конечной стадии демонстрировал производство подшипников. В качестве консультантов выступили инженеры, одетые в свойственную для них униформу. Удачный пример популяризации линз во время презентации. Одна из компаний бесплатно фотографировала участников в одетых экземплярах, оставляя хорошее напоминание о данном событии. Если же речь идет, скажем, о конференции, когда компании собираются в одном месте, чтобы просто обсудить какую-либо проблему, и вам при этом нужно продвинуть свой товар, то следует воспользоваться следующим. Кофе-брейки – это всегда время и место, не заполненное рекламой. Так, на съезде крупнейших ритейлеров СНГ одна из компаний бесплатно кормила желающих различного рода продуктами, а на тарелке после съеденного виднелась надпись «Видишь, мы уже с толком сбыли тебе этот товар», а под данной фразой были отпечатаны контактные данные компании.